Рустаму Миниханову сегодня вручили юбилейную медаль 20 лет Астане. Президент Татарстана поблагодарил за столь высокую награду и заверил, что и в будущем будет трудиться во благо развития взаимного сотрудничества между Россией и Казахстаном. Завтра в Казани короткий день. В связи с матчем между Бразилией и Бельгией мэрия рекомендует руководителям сократить рабочий график до 14:00. Распоряжение подписал мэр города Ильсур Метшин. Реабилитационный центр «Апрель» получил новое здание. Ранее центр арендовал часть здание на Восстании, однако оно было слишком тесным. За год реабилитацию здесь проходили около 500 ребят. Сейчас в апреле смогут единовременно принять 60 детей.